Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать кофточку, джемперочек. Вот такой вот интересный, связанный с Ангора Голд. Всем известная такая пряжа. Вязался он с горловинки. Сначала набиралась на горловинку количество петель, провязывалась обратно поворотными рядами, чтобы образовался вот такой вырез. Потом соединялся, и полотно шло сверху вниз. Это изделие регланом. Вязалось оно вниз, и внизу делалась вот такая вот расхлябанная резиночка. С такими вот фестончиками. Эти фестончики всем известны, они вяжутся очень легко. Здесь получается две вместе лицевая, две вместе, накид лицевая, две вместе накид, две вместе накид и так далее. И когда вот здесь уже провяжешь, вот так где накиды, перегиб делаешь и получаются вот такие вот фестончики. Ну, я же говорю, это всем известные фестончики. Вот такая вот интересная кофточка. Также вот видите, по низу рукавчика также сделана. Очень такая тепленькая. Ну, немножко такая она жарковатая, конечно. Ну, для зимы, я думаю, будет хорошо. Ну, это такая маленький обзор такой кофточки. Сегодня я больше хочу остановиться на более интересном проекте. На более интересном проекте. А этот проект у меня жаккард. Так, кофточку немножко уберу, чтобы не мешало. Жаккард. Вот такой вот интересный я начала вязать жаккардик. Я не знаю, что это получится. Кофточка или какой-то элемент кофточки. Ну, то есть, мне вот захотелось вот такой интересный элементик. Как-то мы с вами вязали образец узора желудь и листики. Такие выпуклые. А теперь мне захотелось связать жаккардом вот это вот все дело. Пряжа у меня такая она тоненькая, очень тоненькая идет. Это все с остатков, я даже не знаю состав, это просто как бы, ну, понаходила и давай вот вязать жаккард. Вы же прекрасно знаете, что жаккард всегда вяжется с каких-то остаточков. Нет, ну, если планируется, конечно, закупляется пряжа, все. Но есть остатки у меня, и я их решила использовать. Очень вот такой вот интереснейший, я считаю, мой проект. Вот такая вот изнаночка. Я здесь вывязывала, вернее, делала через 4-5 петли. Я сильно так не заморачивалась, а вот даже вот протяжечка есть. Но это не беда. Это, я считаю, вообще не беда. Здесь полет фантазии, мысли. Главное то, что мне вот здесь нравится. Вот такой вот интересный жаккардик. И у меня есть по этому жаккардику схемка. Значит, вот схемка желудь, как я вывязывала, и листочек. Все вот эти схемки. Здесь я пыталась еще листочки такие сильно наляпистые листочки начала вывязывать, но что-то мне не понравилось. И я решила совсем по-другому. А вот эти вот дорожки я как-то видела интересные в Пинтересте свитера, которые как бы газета, да, как бы вот это вот буквы, как бы, да, и здесь как бы вставлены фотографии. Ну, это там совсем по-другому было, а мой задуб — это вот такие осенние вот картинки, осенняя такая интересная заготовочка. Очень интересный проект, мне прямо я влюбилась просто на одном дыхании. Это буквально вот за вечер и за утро я связала, не могла оторваться. Ну вот сегодня вот такое включение небольшое. Я даже особо и не готовилась, просто вот мне захотелось показать. Даже я же говорю, вот этот свитер как-то меня уже не впечатляет. Меня вот впечатляет вот эта вот красота.
Ну вот, как бы я рассказала, буду вас держать в курсе, что будет дальше, какой проект. Единственное, скажу, что если и будет вот это какая-то свитер, кофта, не знаю, что это будет, то это будет, конечно, с разных цветов. То есть вот сейчас у меня идет синий и вот такой вот меланж. Там есть у меня другие цвета, но все это будет вязаться с жаккардом, с разными элементами осеннего леса. Ну вот, я думаю, на этом я буду заканчивать. Пока-пока, до новых встреч. Всего хорошего!